Бетис 2-0. Сельта дома у себя Вига принимает Испаньол. Тот самый Испаньол, который обыграл московский Локомотив в первом туре группового турнира Кубка УЕФА. Но, в общем-то, дома не так хорошо складываются дела у Испаньола. Ну, кстати, первый момент острый мы увидели в исполнении как раз Испаньола. Ну, а смотрим сейчас, что происходило. Почетин на 46-й минуте получает вторую желтую карточку. В десятером остаются гости. Ну и в итоге Сельта усилиями Сильвы на 82-й минуте забивает гол. На мой взгляд, неплохо сыграл Камини, голкипер Испаньола, но повторным ударом